Бисмиллахи рахмани рахим. Человек дал обет надр выполнить то или иное, но не успел выполнить, умер. В этом случае может ли другой человек за него выполнить данное обещание? В сунне посланника Божьего, алейхиссалату вассалям, есть несколько, описывается несколько такого рода ситуаций. И вот одна из них – это свод хадис имама Муслима. Здесь повествуется о том, что один из сподвижников, Саад бн Убада, спросил посланника Божьего о ситуации. Его мама дала торжественный обет, надр, совершит то или иное, но не успела, умерла. Можно ли это сделать за нее? Посланник Божий ответил, алейхиссату вассалям, «Факдыхи анха» – «Выполни это за нее». Так что такое возможно и четко обосновано достоверной сунной. Альхамду лиллахи раббиль аламин.